Костина. Это казачий атаман с Ростовской области, станица Боковская. Не грусти, Калина. Не грусти, Калина, над водою, пролетела земной головою, замерз кипер высокой, любовь придет ненароком. Калину при морозе загорится золотом одежда, покрасуя вся на листах бросит, но оставит ягоду надежды. Эх, не груси, Калина, над водою, прилетела земной головою, навернутся кипе от высока, и любовь вернется ненароком. Калину не ломали, за любовь не жить из постельнее. Эх, не грусти, Калина, над водою, полетела зеленой головою, на грудь таких я высоко, и любовь идет ненароком. Настоящий лыжник, тренер, мастер спорта Николай Архипкин. Вы знаете, у меня такая проблема. Ты хочешь меня представить? Валерий Семин, знаете его, да? Я хочу сказать. Я хочу сказать, может быть, кто-то родственник есть. Со мной вместе бегали Сережа Бушманов и Валя Бушманов в том же области. Урожайцы. Урожайцы? Урожайцы, урожайцы, мы урожаи были. А, сельские. Не, ну ты как чуваш, тебе можно все простить. Прости, да. Коль, ну давай я сейчас расскажу про песню про эту. Он живет в село Шимышейка, называется. Шимышейка, это Пензенская область, километров 40, да, примерно? Ну ты отпишись. Да, ровно 40. А, угадал, смотри. У него собака дома, все нормально. Ну, жена, понятно, жена хорошая. А еще собаку помню, а как ее зовут? Это в честь этого, да? Да. Нашего. Да. Вот, и знаете, у меня программа играет баян, и Коля такой вот, ну, когда в стойку встает лыжный, ну, видите, да, как работает. Молодец.
Вот. И мы познакомились на днях в Пензенской области, в Москве. Я его пригласил на программу, а у нас прямой эфир. Кстати, посмотрите, играй баян, в гостях Николай Архипкин. Вот. И, значит, там звонят, и мы, значит, сидим, поем песни, и вдруг звонят. Здравствуйте, я говорю, Коля, он говорит, это мои родственники. Я говорю, вы откуда? А там, из Шармышейки. А мне послышали, из Шармышейка. Я говорю, у тебя в Египте, что ли, народ живет? Нет, это село так, Шармышейка. Вот, и они говорят, гимн давай пой. Гимн Шармышейка. Я думаю, ну, Коля, я не знаю, может, какой-то гимн. Оказывается, у них песня вот эта. Плыл по городу ветер, как там? Запах сирени. Запах сирени. 1, 2, 3, 4, 5. Да все, слышно тебя нормально. Да, поехали? Конечно. Смотрите, как получается. Одно цепляется с другого. Французы вышли, зацепились всего-то за Чувашию. Чувашия сейчас Удмуртия у нас зацепляется. Коль, сейчас мы споем втроем, потом ты нас это немножко, да? Мы свали потом. Да, конечно. Я устал. Устал, да? На самом деле, вот многие так, знаете, вот работают вот, баянисты, гармонисты, два часа стоим на сцене, да? А можно фотографироваться? Конечно, можно. Батюшки, а что ты какой мокрый?
Я говорю, на-ка, подержи. 12 килограмм, постой. Будешь не только мокрый, да?